Сыграли мы плюс 3941. Вот такой вот у нас сегодня результат. Здесь, я думаю, против любителя все-таки необходимо создавать лид. Я думаю, что мы так сильно, если чекнем, потеряем огромное количество вэлли. К тому же не так трудно нас положить на какой-нибудь блеф, типа трефы. Четыре штучки у нас. Теоретически он может королечек колом сыграть здесь. Ну, правда, они должны были еще в барринге оказаться. Здесь мне очень трудно представить себе, какие у меня есть блефы, если честно. Здесь после рейза терна он фактически репрезентирует очень сильного валета или фулл хаус, может быть стрейт. Мы будем играть через кол. Наверное, будет лид пуш. Мы получили кол, это вполне может быть 10 икс рука. Семерки нельзя полностью исключать, валет иксики частично, туз король, туз дама может быть. Но в целом я думаю, что мы здесь будем блефовать, и блефовать мы будем овербетом. Здесь у нас другой спот, мы трибетили, получили лид, и я решил прямым пушем это дело сыграть. Сравнение перефлоп, туз валет одномасный против валет 2. Неплохо. Трындец какой-то. По риверу у нас здесь чек-пас, но в надежде на чек-чек. Я думаю, что руки типа туз 10, туз валет он часто чекнет. 10 валет должен доблифовать, в теории. Но мы блочим эти руки через десятку. И получили туза на терн. Изображать будем узко, но будем. Конкретно, чтобы у него был легкий кол, нужно иметь даму плюс флаш-дро или туза бубнового. Здесь по риверу счастливый доезд. Я не особо жду, что меня проколят, но и чекать эту руку я не собираюсь. Вот он удивится. Здесь мы выдали лид, получили рейс, заколировали. Я думаю, что если сейчас прилетит овербет пуш, я найду пас со своей рукой. Но он решил чекнуть флаш старше. А здесь нас затолкали, мы пас, здесь нас затолкали, мы кол. Твайс, конечно. Ставим все равно второй баррель. Основной прикол этой руки, что мы... Ой, какая жесть. Это не тот стрейт, который я хотел. И здесь у нас нет пуша. Это очень плохой ривер. И у него здесь проблемы с блефами. Это, конечно, смотрится ужасно, но походу у меня чекпас. Ква-ква-ква-ква! Вот это странная фигня. Особенно инстапуш. Он по риверу в нас инстапушит. Что-то вот в данном случае я не верю. Но я нажму. Что-то мне здесь не верится. Переиграл свою руку аж бегом. Да, мы поедем чаще всего не очень, но что делать? Против вот на рибере, честно говоря, я даже не знаю. Наверное, пуш будет уже... Ну что, мы пушем должны получить кол типа от король-дамы. Нас бьют король-валет, король-десять, десятки, стрейты нижние. То есть чек-пасом пахнет. Особенно с бубновым тузом. Не самая приятная ситуация, не самый сахарочек, конечно, но... Получим какой-то чекрейс, и чтобы я знал, что это вообще может означать. Ну, теоретически, может быть, какие-то комбо-дро, их выгоднее оставить. Но мы кол тогда. О, доезд. Да. Сейчас он будет чек-колить нас. Но, скорее всего, мы смотрим на сет шестерок или девяток, которые собираются нас хероколить. 6-9. О, боже! Он заслужил это, ребята. Это... Он заслужил это. Все, заболтался. Побежал кушать. Спасибо, пока.